Сегодня Всемирный день творчества вдохновения, и журналисты Гродно Лайф вышли на улицы города, чтобы в этот снежный день вдохновить гродненцев. Нет, правда? Ну, серьезно, мы ходим в Синдаре, серьезно. Где все? Где кто-то? Там, там женщины сидят здесь. Серьезно, это вам. Я за это ничего не должна. Нет, нет. Сегодня это день, 24. Ну, вообще, конечно, по жизни нам дарили столько цветов, но у них день вдохновения. Ну, редко, конечно. Когда-то дарили, сейчас уже реже. Мы ходим и дарим цветы всем женщинам. Вот женщина идет. Здравствуйте. Сегодня Всемирный день творчества вдохновения. Ставит на лайк, Валерия дарит всем женщинам цветы такие вот красивые. Что мы хотим подарить вам, чтобы вы в этот день творили и вдохновлялись. Поддержите это вам.